мы приехали на горнолыжку из ЛА-2000, Франция. Уже едем 1,5 часа от Ниццы. Пока что видим, что солнечная ясная погода. Ну, мне тепло. Будет комфортно кататься. Очень живописно. В общем, я весь в предвкушении. Ярких, новых, позитивных ощущений, впечатлений. Ух! В общем, это еще будет один новый горнолыжный курорт открываться мною во Франции. Ну все, мы поехали дальше.